И мы опять на острове Лонкави. И называется это место «Водопад Семь колодцев». Вот Гоша там ходит. Тут течет вода сверху. Вот, Гоша идет. Сверху течет вода. И образуются такие бассейны. Вот. Вода не очень холодная, но зато очень скользко. Вот, вот тут вот я упала сразу, как вошла. Вот. А вот тут вот, если сейчас кто-то будет кататься, мы увидим. Вот сейчас мальчик будет кататься. Вот. Можно так вот проехать по водорослям. Я сначала боялась, но какой-то фин меня подтолкнул, и мне сразу стало не страшно. Очень веселое место. А это мы приехали на водопад, который называется Темуран. Мы довольно долго ехали. Он такой довольно-таки лысенький. Вот. И местные прекрасные жители в нем купаются. В красных труселях. Но мы купаться, наверное, не будем. Так, постоим, посмотрим и дальше поедем. Сейчас сухой сезон, поэтому не очень много воды в нем. Зато вот много обезьян, довольно красивый лес. И не надо так высоко подниматься, как мы там поднимались, на том водопадике. Вот, вот такая тут природа. Растут всякие лианы. И с самого-самого верха льется водичка. Вот так вот. Чтобы людишки могли в ней покупаться. Вот такое вот место. Привет! Итак, мы ехали-ехали и, наконец, приехали на какой-то непонятный пляж. Уже вечер. Ну, вообще не холодно, очень симпатично. Мы не знаем, как он называется. Мы проехали огромный завод Лафарж. Оказывается, на Лонкави есть даже заводы. И вот приехали на вот такое место. Вот там, наверное, черный пляж, мы так думаем, на который мы ехали. Но так как вот этот конкретный пляж совсем не черный, то мы думаем, что черный пляж там дальше. А вот там стоит мотоцикл, на котором мы приехали. Вон завод, который мы видели. Конечно, удивительно, что на Лонкави есть заводы. Вот. А вот Гоша пьет кока-колу. У него абсолютно мокрая спина, потому что бедный носит рюкзак. А еще сзади я сижу, прижимаюсь в ужасе просто от происходящего. Вот. А это место похоже на фотографии Таиланда. Там почему-то всегда показывают такие вот маленькие островки. Но это не Таиланд. И наконец-то мы приехали на черный пляж. Но он такой не то, чтобы он был совсем черный, но вид у него довольно противный. При этом непонятно, чё он черный. Тут какие-то ракушки, судя по всему, водятся черные. Вот. Мы довольно долго ехали на него. Ну, честно говоря, он не стоит каких-то особых интересов, будем честны. Ерунда. И это ровно противоположный край части острова, где мы живем. Черный пляж. А вот мы пришли на противоположную часть острова Таньюнгрху. Очень красиво, никого нету, ну никого нету, потому что поздно уже. Вот такие пальмочки, отельчики красивенькие, вот. И вот такая вот гора, на ней, наверное, живут орлы. Вообще тут очень много орлов, и даже есть особое развлечение — кормить орлов. А вон идет одинокий Гоша от меня. Пойду его догонять, а то потом мопед наш вообще никогда не найду. А мопед наш стоит вон там, далеко-далеко.